Перспективная карьера, путешествие по России, миллионная идея и миллион возможностей предлагает молодежи всероссийский студенческий проект «Выход». Крымский федеральный университет посетила федеральная команда организаторов. В первую очередь студентам рассказывают о возможностях. «Твой ход» — это не только конкурс проектов, но и стажировка в составе организаторов, участие в продюсерском центре и практические навыки для саморазвития. В целом, всероссийский студенческий проект «Твой ход» позиционируется как продюсерский центр для студентов. Это такое позиционирование, которое мы выбрали, потому что для нас важно быть не для всех, а для каждого. Нам важно, чтобы каждый человек себя нашел в нашем проекте. Кто-то танцует, кто-то поет. Очень сложно угодить каждому, если ты с ним не общаешься. А продюсирование – это про личную траекторию развития каждого. Молодежь может выиграть деньги на реализацию проекта, создать свое сообщество, бесплатно путешествовать по стране. Реальность таких перспектив доказывают уже опытные участники программы. Я выиграла миллион во всероссийском студенческом проекте «Твой ход» на развитие экстремальных видов спортивного туризма в Крымском федеральном университете. Мой проект заключался в том, что мы организовываем многодневные походы по направлениям скалолазания, спелеология и пеший туризм. И я хочу сказать, что если выиграла я, сможете и вы. В третьем сезоне программы действуют два трека – по проектной деятельности и исследованиям. Сделать свой ход может каждый студент. К программе можно присоединиться в любой момент. Если требуется сопровождение, либо ответы на вопросы, у нас есть региональный координатор Юнус Ванадие, студентка Института филологии, ВКонтакте ее можно легко найти, либо главному специалисту Департамента по социально-воспитательной работе Маркова Галина Сергеевна, это я. Сегодня программа «Отрос молодежи» насчитывает 560 вузов-партнеров, а общая аудитория проекта составляет более миллиона человек. Он помогает получать практические навыки, находить единомышленников, создавать и воплощать в жизнь свои идеи и мечты. А следующий ход за молодежью. Яна Дученко, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.